Газета «Рослинская правда» имеет вековую историю. Учреждена была сразу после февральской революции в 1917 году. 18 августа прошло торжество, посвященное юбилею. Поздравили коллектив редакции губернатор Смоленской области Алексей Островский, глава муниципального образования Рослинский район Валерий Новиков, депутаты областной думы и городского собрания, коллеги и друзья. История района, безусловно, непосредственно связана с вашей газетой. Газета меняла много раз свои названия. Но все названия в той или иной степени соответствовали духу, времени, эпохе, в которой они были, эти издания. Много теплых слов звучало в адрес юбиляров, отметили их высокий профессионализм, журналистскую культуру и преданность читателям. Губернатор и глава муниципалитета вручили коллективу благодарственные письма, а от партии «Единая Россия» редакция получила в подарок оргтехнику.